bueno, venimos muy bien nosotros, entrenamiento día a día, trabajando. Esperemos un buen partido el sábado. И, bueno, eso, Dios quiere que, para que todo salga bien. Ну, мы, конечно же, в прекрасном настроении, мы усердно готовимся от тренировки к тренировке. Я жду, что в субботу будет очень хороший матч. Мы готовы к нему. Вы очень тяжелый матч сыграли с «Динамо», проиграли, с трудом вырвали победу, устали. В чем причина? Это не случайность, очевидно, уже. Había un partido con Dinamo que hemos perdido, obviamente, y después otro partido muy difícil contra Estal. ¿Cómo piensas? ¿Por qué esos partidos fueron tan difíciles para Shakhtar? No, bueno, todos los partidos son difíciles, cuando jugamos de local y de visitante también. Bueno, hay, bueno, en el campeonato hay buenos rivales, ¿entendés? Pero nosotros intentamos trabajar siempre para hacerlo mejor. Bueno, nos encontramos siempre con buenos equipos, pero tenemos buenos jugadores para superar esto. Ну, на самом деле, каждый матч, он тяжелый, да, по каким-то объективным причинам. Есть тяжелые выездные матчи, есть тяжелые домашние матчи. У нас в чемпионате есть достаточно серьезные соперники, хорошие команды. Но, тем не менее, мы работаем, мы тренируемся. У нас в составе есть хорошие игроки, у нас хорошая команда. И я думаю, что мы справимся со всеми трудностями. Гол в матче со Сталью придал тебе уверенности? Tu gol en el partido contra Estal, ¿te sientes ahora más seguro después de este gol? Bueno, fue muy importante para ganar el partido, pero es todo del equipo, esto todo, bueno, somos un grupo, pero sí, como personalmente sí, me siento más con un poquito más de confianza, digamos. Ну, на самом деле, конечно же, этот гол, это достижение на самом деле всей команды, да, то есть командный результат для нас всегда важнее, чем личные результаты, но если мы будем говорить о личном, то, конечно же, собственной какой-то уверенности этот гол мне придал, конечно. На 95-й минуте ты забил, более поздние голы случались в твоей карьере? Este gol has marcado el minuto 95, ¿habías tenido goles que has marcado más tarde que este? No, nunca este fue 95, me parece que es muy raro que un jugador marque 95 minutos. Ну, на самом деле, более поздних голов у меня не было, это самый поздний гол. Ну, на самом деле, да, странно. Ну, не то, что странно, но редко такое бывает, что голы забиваются на 95-й минуте. Ну, тебе есть куда стремиться, к твоему номеру 99 еще есть, еще есть немножко места. Tu número es 99, así que tienes una meta para seguirla. Claro, puedo marcar 99 y un poquito más también. Да, конечно же, я бы хотел забить 99 и еще немножечко больше. Блак, а уже есть представление о команде, потому что вы, в принципе, не играли еще с ней. Что сейчас вы знаете? Sobre Mariupol, ya tienes alguna información porque no habías jugado con ellos previamente. Bueno, tengo un compañero que estuvo de anterior club mío, que es Rudica, que va a jugar seguro. Bueno, hoy, bueno, estuvimos viendo un video. Pero sí, bueno, ellos tienen buenos jugadores, juegan bien al fútbol. Y bueno, esperemos superarlo mañana, el sábado, digamos. Ну, на самом деле, у меня есть бывший одноклубник, который сейчас играет за эту команду. И к тому же, конечно же, мы смотрели видео игры этой команды. Но я думаю, что мы подойдем очень серьезно к этому матчу. И я жду, что в субботу будет матч с хорошим для нас исходом. Имел в виду Боричука, да, наверное, или нет? Рудика. Да, Рудика. Прошлый полсезона у Ланки были, скажем так, адаптивными шахтерами, да? Вот сейчас начинается новый сезон. Можно сказать, что он будет уже для Бланка совсем другим, что он себя чувствует совсем по-другому, и что этот сезон будет для него показательным в шахтере? Или адаптативный период продолжается? La jornada anterior era para ti como más preparativa, ¿no? Pues adaptándote en el equipo. La jornada que viene va a ser para ti como definitiva. Vas a ser como tienes que... Sí, bueno, día a día intento mejorar, ¿viste? Día a día es una dotación, ¿viste? Que bueno, esto todos los días. Tenés, todos los días se aprende algo nuevo. Intento estar en el grupo lo más, más cercano posible, digamos. Pero sí, bueno, la adaptación ya la tuve, digamos que ya la tuve, porque ya estuve, este es el segundo semestre que estoy. Pero bueno, si no me toca jugar o si me toca jugar, siempre apoyaré a mi compañero. Esto es así, yo sé que es fútbol, a veces no juego, a veces juego. Pero bueno, día a día y trabajando, esto se supera.
Ну, на самом деле, можно сказать, да, что адаптационный период у меня, конечно, уже в клубе прошел, но футбол – это ежедневная работа, то есть я продолжаю ежедневно тренироваться, ежедневно работать, ежедневно узнавать что-то новое. Футбол – такая вещь, да, то есть, возможно, сегодня ты не играешь, завтра играешь, но, тем не менее, когда я выхожу на поле, когда у меня есть шанс, я делаю все возможное для того, чтобы помочь своим партнерам и помочь клубу достичь хорошего результата. Главное ожидание последний этой сезона – матчи Лиги Чемпионов или все-таки больше смотрите на общие результаты в чемпионате? ¿Cómo piensas en esta jornada? ¿Lo más importante es la Liga de Campeones o lo local, la Copa y el Campeonato? No, bueno, no, lo más importante para mí es, son las dos cosas porque que son bueno, dos copas importantes. Y lo primordial es el campeonato bueno, y la Champions, hacer un, una buena campaña. Ну, на самом деле, для нас, для всей команды и для меня лично, конечно же, важен как чемпионат, так кубок, так и Лига чемпионов. Но, конечно, чемпионат Украины и Лига чемпионов – вот такие основные чемпионаты, основные сражения. Но важно абсолютно все.